И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная Пятёвочка пауза. Доставка. Доставка продуктов из всеми любимого магазина Пятёвочка в Москве и области. Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Перми, Саратове, Ижевске, Железнодольске и Дзержинске, Ярославле, Нарвежье, Чернах, Калуге и Туле. Вам больше не нужно тратить время на поход в магазин, цены как в ближайшей Пятёвочке. Продукты всегда свежие. Скорость доставки не может не радовать. Доставят же 45 минут. Заказ можно делать с 9 утра до 9 вечера. Вес заказа до 30 кг. По моему промокоду вы получите скидку 20% на первый заказ от 700 рублей, скидку 15% на первый заказ от 1000 рублей, плюс бесплатную доставку, скидку 23% на первый заказ от 1500 рублей. Промокод действует до 31 октября. Успевайте воспользоваться. Промокод оставлен в описании под видео. Всем привет, с вами снова я, Бэк Фалкон, и с вами смотрю по Юнгу, который 2 октября. А именно будем между Крисом Любенком и Анатолием Муратовым. Сразу же 80 на 20 поражу Любенка, и я думаю, что он один раз поведу нокаутом в третьем раунде. Пишите, хватает, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также, как говорится, прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, выложить свое мнение по бою в комментариях и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все это очень сильно помогает развитию канала. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал Донат. Все ссылки в описании. И вначале любым должен был удачи с другим оппонентом, а именно со Свеном Эвобивом. Но у Эвобива обнаружили ковид, и в срочном порядке на замену был вызван Муват. И мы начинаем нашу трансляцию. So glad you're with us. Joe Tessitore alongside Teddy Atlas, and we welcome you to London, England. We're at the Royal London Theatre for tonight's main event. И первым перед нашим взором включил Кадыш Любен Муват. Включил 2 боя, 30 побед, 22 с нокаутом и 2 положения. А вот и его оппонент, Анатолий Муват. 27 боев, 24 победы, 17 нокаутов, 2 положения и 1 ничья. Сейчас давайте напомним большое правило, и мы начнем. Первый раунд, погнали. Мимо. Да, это Анатолий. I think you can just sense right away that strategy is going to be key here. This isn't going to be some wild type brawl. This is going to be a very technical, strategic type fight. Absolutely, Joey's going to wait for the other one to make the first mistake. Great hook to the head that time. Побывал кублет, Анатолий. Килиш пока выжидает. Мимо. Кадлинч. Попадает Муватов. Чико's punch is far off the target. Мимо. Able to cover up along the belt line, blocks that one. Попадает Любенк. Good way to protect the midsection. Halfway through round number one. Попадает по корпусу Крылыш. Ну, на Любенк пока шутки не форсируют. Неплохо. Попадает сейчас Анатолий и слава ключу. Мимо. Промахивается Любенк.
Смотрим, что оно тоже своего оппонента, лишь встречает. Мимо. Three ways to defend. One of them is to block. He did it there well. Final 10 seconds. That's it. Пион же ушел. Пока ничего интересного не происходило, но у нас активно шашлык Адам Вау Анатолий. 10-9. Муватов ведет. И у нас вал номер 2. Here we go. Round 2 is underway. Мимо. Able to show you his blocking ability. Куда это Муватов? Любовник отвечает. Shot straight right hand comes in. Мимо. Chico's showing that he's got some defense of his own. He got away from that punch. Апокот. Любанка. Gets rid of that body shot. Ушмен. Мимо вдруг лишь. Ошмен. He's doing a really good job here of being patient. And patient with a good reason, Teddy. You can tell he's got a counterpuncher mentality. What's the key to being a counterpuncher? Well, being patient, first of all, and understanding what you have to get your opponent to do to help you. Because this doesn't work just on you. It's not like the front end where you create it. It's a little help from your opponent. He's got to come in. You got to draw him in to throw a punch so you can make a miss. And then you have the alleyway to land something. Клинч. Well, supposed to be fighting, but instead he's hugging. Клинчует Любенк. Just hugging there. Муватов попадает. Мимо. Любенк точит. Would you rather have a fighter who's feared or a fighter who's fearless? I feel like I'm talking to Sonny from the Bronx Tale, but I think that I would rather have a guy that has fear, because he's going to be smart all the time. He's going to be a guy that's going to be aware of things that you need to be aware of. If he's so-called fearless, he's going to walk into all kinds of things that are not going to allow him to be a fighter. There, Zuban. Неплохо. И второй раунд Любанк забывает себя в копилку. Сейчас вот раунд 19-19. Well, there's two reasons usually. One is he's not in shape. In his case, I think he's in shape. He doesn't want to throw. I know that boggles your mind too. What do you mean he doesn't want to throw? You think it to yourself. He's a fighter. He's in the ring. He knows that he has to throw punches.
but if he throws punches, he also has to put himself in a position where the guy's going to throw back. That means he has to take more chances, and some guys would rather not take those chances. И у нас раунд номер три. And round number three is underway. Вашмен. How about a return to sender with the left hand? Good exchange. He fires back. Мимо. Мимо. Пошли. Куда это Любенк? Неплохо. Куда это Муватов? Любенк точен. Неплохо здесь, вот Клинч. Клинч. Куда это Любенк? Неплохо. Scores up top with a left. Точно Любенк. Getting rid of that punch from his opponent. Well blocked by Чико. And he just holds on there. Left and right, left and right. Мимо. You need to block more. Клинч. And now just wasting away some time with that clinch. Uppercut. 10 seconds to go in this third round. И третий раунд Любенк также спокойно забивает. Постепенно перешли на ваше большое преимущество. Сейчас мы начали 29-28 в его пользу. Сошли тоже такой же счет, а у нас раунд номер 4. Да, это Любенк. Снова точен крыш. Блок убит Муватов. Неплохо. Куда это Муватов? Unable to score with the uppercut that time. Мимо. Hook. Blocks that punch.
Миллер Любанк. Точно Любанк. Точно, опять же, крыш. Ну вот, атакует. Забан, чтоб для него на бывок по птичушке. Неплохо. Мимо. Tried to land that upstairs and was off the mark. Усмен. Неплохо. И четвертый раунд, когда же так же бывает, что это пиво. Все же лучше 39 или 7 в любом пользу. И ну что, бокселы важного кваша, и когда Любан включается, ну вату приходится очень и очень тяжело. Посмотрим, что же будет дальше. И у нас раунд номер 5. Good action throughout. We'll see if it keeps up in this round and what has been a very even fight. Да, это Любанк. When you've been in the corner in your career and you have a charge who is not making a lot of contact, what do you tell him? The first thing I tell him, Joe, is shorten up your punches a little bit. The other thing I tell him is he's making you miss, so you know what? Feign him a little bit. Get a false move out of him. Get a premature move. And when he moves, then time him. Now you're gonna catch him. Мимо. Да, это Муратов. Любанк отвечает. Мимо. Да, это крыш. Любанк точен. Мимо. Still plenty of time to work here in round number five. Minute and a half to go. Да, крыш. Well, two ass and then go, oh no, actually I would say a little counterpunching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription for him. Мимо. Мимо. Помахивает Шанна Торлой. Парк, парк.
мимо. Пошмен. Сюда я как Любенок. Молотов отвечает. Мимо. И пятого, наверное, все-таки отдам для Анатолия. Все равно, что шелк 8, шелк 7, уже любой. И у нас вал номер 6. Back underway here to live fight action. Tough fight to score. Very, very even. Closely contested out throughout. And you can see he wanted to do that as he holds on there. Мимо. О, помахи лучше. Вашмен. He takes a shot. And then commits to giving one right back. Мимо. Ace yourself. Вашмен. Выдает Любенк. Точно Любенк. Мимо оба. Chico's got to be really careful there, Teddy. I mean, he's leaving himself wide open. And what's going to happen next? He, you know, he's leaving himself open, but he hasn't paid for anything yet. But that will be coming before you know it. Мимо. Куда это? Слышишь? Reaching the halfway point of round number 6. Мимо, брат Муватов. Вашмен. Апперкот и подключен Муватов. И первый нокдаун в нашем поединке все-таки случается. Шамортным повтор. Анатолий уроки понятно и бой продолжает. Керлинч. Мимо. Помахивает Шумоватов. Точно, Мимо. Thank you.
this fight. Just keep doing what you're doing, and you got this. Just keep doing what you're doing. Jump on this round. He has nothing left. He's gassed. И у нас вал номер 7. So we've reached the halfway point of this main event. Да, это любанк. He gives as well as he takes. You saw it on that exchange. Неплохо. Мимо. You're not focusing. Да, я сейчас выбор, кстати, неплохо. Неплохо. Good defense upstairs to stay away from that offensive assault. Halfway through the seventh round. That's Mavata. Chico's doing exactly what he's always done stylistically, Teddy. Now, he was knocked down earlier, so what he always does got him in this position. Yeah, he understands his identity. He understands that, you know, he's going to win or lose That's the man Lubank. That he is, the fighter that he is. He just has to make sure that he makes a few adaptations. Неплохо. Вот да, открываешь, прошел Мавата. И нокдаун номер 2. Оформляет Урбан. Смотрим повтор. Анатолий поднимается, и бой продолжается. Точно, Любен. Мимо. Рашмин. Да, это Любан. Мил. И седьмой раунд. Любан также забывает свою копилку. Что такое 68, шаг 3 в него пользу. И у нас есть такой счет, как и у меня, а у нас раунд номер 8. Card, Teddy, a very close fight. You have him up just a little bit, but that's because of the knockdowns. Each guy has done something here that's impressive. Yeah, what I like about the other guy, he doesn't have the neon, you know, the light up talent, you know, with the power, you know, with the scintillating speed. He doesn't have that punch. That, ну, what about the talent of being dependable? Isn't that a talent? We forget about that sometimes, and he is showing and displaying that. Great job of protecting himself. He's keeping his guard up very, very well. Teddy,
Does it help to have the speed that he has? Anytime you have speed and you can put it into the equation where whatever you're doing, that's technically right, but now you put speed, you're doing it even better. You're doing it at a higher level. He missed with that headshot. Не повал, сам. Хорошо, Рубенк больше никуда не спешит. Не получил вот он события. Его и так все уштуваивает. Мимо. Ну, больше паузу. Попадает Рубенк. Вок попадает Муватов. Good looking right hand after he got hit. He's showing very good footwork. He's showing fine defensive movement here. But as for the opponent, how do you solve that? Well, you got to make believe you're a football player. You got to make believe you're a linebacker in football. You go down the line with that running back. You don't go following him around the place. You make sure you move laterally. That's exactly what you got to do. He's got to cut that back down. Take space away. Осмен. Попадает Рубенк, потому что он Анатолий. И еще один нокдаун все-таки Рубенк оформляет. Вот и жанр нашивал он. Вот он как это было. Пытается понять, что он Муватов. И ему это удается. Бой будет подобен. А тем временем, все равно, что 78-71 в пользу Рубенк. And if you're in the corner, what do you do? Well, you just finished painting the house, you know, and you want to paint a little more, but the paint is still wet. You got to wait for it to dry a little bit. You got to wait for your guy to wake up. You got to wait for the cobwebs to go away before you can do more painting. This is yours. You hear me? This is your fight. Keep it up. Keep scoring points. Keep throwing punches. He's tired. He's tired. I'm bleeding. I'm bent. И у нас вал минус 9. He has a new round in front of him, but I don't know that there's any new hope. He's been down numerous times tonight, including that last round. You never know what a person's capable of when they're pushed to the brink, but this would be very unlikely. It would be spectacular. Любан никуда не спешит. Staying away from those headshots with his defense up top. Мимо. Попадает крыш. Teddy, I know you swear by it, and we're seeing it right in front of us. Good fighter, Мимо. Fight on the outside, who's having a stellar night with that jab. Hey, look, if you're gonna be an accountant, you better know math. You better know how to add. You're gonna be a good fighter, as far as I'm concerned. You better have a good jab. Мимо. Back and forth they go. Each man getting the best of it. He's tight. Куда я отмываться, Рубенк отвечает. Right back with some offense of his own.
Неплохо. Halfway through the ninth round. Мимо. Chico's missing the mark by a mile. That just was nowhere to be found. Да, если бы. А что это вообще? Анатолий. Мимо. Ребенок точен. Попадает, скидываешь, и подошел ему в ад. Клинч. А сейчас же вам больше не бросает, чем на добивание. Мимо. Это выкос и падает. А вот он... Четвертый нокдаун все-таки случается. Смотрим повторно. И все, бой окончен. The fight is over. Chico's unable to continue. This fight is over. Knockout. Победу нокаутом в девятом раунде одерживает Крис Любенк Мвач. У одного всего счет был 78-71, у двух 77-72, похоже на Любенка. Мулатов двое шули отдали второй раунд, остальные шули ему отдали второй раунд и пятый. Что ж, давайте обратимся к статистике поединка. Любенка попал 154 удара и 145 выброшен. Мулатов же 210 из 680. У Любенка 66 из 175 в голову и 88 из 170 в корпус. У Мулатова 64 из 268 в голову и 46 из 412 в корпус по раундам. Первый 17-21, второй 18-34, третий 18-27, четвертый 21-24, пятый 11-26, шестой 17-19 по нокдаунам 1-0, седьмой 19-20 по нокдаунам 1-0, восьмой 16-17 по нокдаунам 1-0 и девятый 17-24 по нокдаунам 1-0. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пройдет этот поединок, а с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте больше ваших видео, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм, на пожелание можете поджать канал Донат. Все ссылки в описании. Всем пока!